Здравствуйте, мои друзья! Вчера был очень сложный день. Вчера было 6 проколов. 6 проколов. Но это все меркнет по сравнению с тем, что сухие реки. И нету здесь воды. Хотя рядом есть река Рио-Гранде. В ней сколько-то там осталось воды. А я, тем не менее, подъезжаю к городу, точнее, к деревне Хач. Это Нью-Мексико. А вот река, где есть еще чуть-чуть воды. Ха! Поехали дальше. Конечно, там, где есть вода, там есть и плодородие. Там что-нибудь обязательно выращивают. И там обязательно должно быть что-то. Важно солнце и вода. Так вот и здесь выращивают деревья, а точнее орехи пекан. И 80% орехов в мире пекан производится именно здесь. На юге США листиков еще нету, но уже скоро появятся. Весна идет, весне дорогу. Так что там, где есть вода, там есть и жизнь. Поехали дальше. Деревня деревней, а фишек здесь много. Но самое главное, это вот это. Это столица чили-перца в мире. Так, идем дальше. Зону 51 я не попал, но она вот она, тоже в шлеме. Вот они, где инопланетяне затерялись. Это нет. Друзья, есть те места, где мы уже побывали. В Калифорнии на дороге 66. Легенда. Вся американская легенда и мечта в одном месте. Хач. Хач. Свобода. Как вас,
Меня эти машины все равно удивляют. Супер! Не могу не удержаться и не залезть на этот трактор. Трактор 36-го года. Супер! Трактор 36-го года. Ведь эти тракторы стоят перед входом в супермаркет. И когда-то ведь эти тракторы были хорошими лошадьми. Но в самом супермаркете есть еще одна такая карета, куда вместо лошади, по идее, можно запрячь этот трактор. А сколько в карете было педалей, вы помните? Не одной, две, три, одна. Вот она. Это педаль тормоза. Он работал так. Когда карета спускалась с горы, то надо было нажать на педаль, и карета останавливалась, и лошади было гораздо легче ехать. Все гениально и просто. В самом магазине тоже трактор. Трактор 52-го года. Здесь их любят. Здесь реально трактора любят. Ведь они помогали выращивать основную фишку деревни Хач, мировой столицы производства острого перца чили. Вот эти вот малыши. Моя скорость не превышает 25 миль в час, но я попал опять в интересное место. Я попал в магазин старых вещей. То, что является классикой, классической США. То, что было в 60-е, 70-е, 80-е годы. Допустим, вот такие игровые автоматы. Where are you from? Lithuania. Lithuania. For us, it's very America, like different planet. Oh, yeah. Let's see. You want me to film and you play? Так, играю в старинный автомат, который никогда в жизни не играл. Очень интересно. Короче, что-то надо выпить. Ай, провалилось. Че, все, за 25 центов дольше не поиграешь. Идем дальше. Идем посмотрим, что еще есть интересного.
Это хозяин магазина. This is for you. Yes, thank you. Постреляем. Я убил всех животных. Не знаю, хорошо я сделал или нет. Супер. Да. Игрушки из кинотеатра. Фишка заключается вот в чем. Поднимаешь? Она поднимается. Нога, рука. Можно танцевать. А еще получил подарок за то, что автомат не работает. 25 центов, которые кинул, не работает. Дали мороженое. Ну, мороженое. Опять мне не хватает руки. Третьей, чтобы одной рукой стадикам держать, а другой кушать. Как это делать? Как это сделать? Вот это была моя мечта. Поиграл в автоматы. Поем мороженое. Автоматы 60-х, 70-х годов, вы представляете? Хотя вон тот вот с этим электрический, он, наверное, 90-х. Я помню, кинотеатр мы смотрели. Прикольно. Старая мир. Аппарат не работает, но очень интересно заглянуть. Что ж там внутри? Знаете эти автоматы? Знаете? Это музыкальные автоматы. Можно послушать музыку. Но они не работают. Есть другой, который работает. Сейчас мы имеем 25 центов. Сейчас мы послушаем музыку. Вот он. И послушаем мы 13-ю. Я не знаю, кто это такой. Нам же процесс важен. Происходит такая штука. Играет тихо, по авторским правам нас не должны забанить. Ну что-то играет. Я уже и забыл, когда я пластинку слушал. Секрет лав. Дорис Дэй. Дорис Дэй. Знаете такую Дорис Дэй? Секрет лав. Выбор не могу сказать, что большой. Всего 20 песен. И еще играет тихо. Все, 13-я песня перестала играть. Короче, такой магазин. Посудомоечная машина. 48-й год. Наверное. Не знаю. Доисторическая вообще. Можно купить, $200 стоит. Я думаю, в этом магазине можно находиться вечно. И что-то все время узнаешь, смотришь. Это все новое или хорошо забытое старое. Но нет. Пойдем к перцам. Перцы. Пойдем к перцам. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. This is your shop. My family, yeah. И все-таки самая главная фишка хач – это перец чили. Объемы продаж. Таких магазинов, как здесь, их на самом деле много здесь, в деревне.
и все занимаются производством и продажей перца чили, острого перца. Он здесь в больших объемах, но урожай следующий будет только в сентябре. Перца не бывает много. Бывает. Вот сколько перца. Родиной чили перца является Америка. И Колумб вместе с сигаретами, вместе с картошкой нашел здесь и чили перец. До этого в Европе не было такого, такой приправы. Короче. И Хач является столицей, мировой столицей по производству чили перца. Крутое место. А я думаю, чем так пахнет в деревне? Оказывается, это перец. Вся деревня пропитана запахом перца. Приятного. Ну и как во всех магазинах, все это должно продаваться. Есть разные виды. Он вызывает хороший аппетит, он даже предотвращает сахарный диабет, улучшается пищеварение. Ну, короче, у него есть свои плюсы. Но есть и минусы, нельзя его много. А тут продается все дело мешками, мешками. Минимальная упаковка, $5. Минимальный. Все, можно сгореть. А еще вот они, орешки. Эти орешки, которые растут пекан. Вот они. Кстати, их хранить долго нельзя, они портятся. Не знал Колумб, не знал Колумб, что нам это может повредить. Можно сказать, побывал еще в одной столице, мировой столице. Столице перца. Перца здесь действительно много. Так вот, а эти деревянные стулья, кстати, мексиканские. И колеса мексиканские. И посуда, вазы тоже мексиканские. Потому что недалеко граница Мексики, а хозяева магазина, и в принципе это, этим занимаются все магазины здесь, привозят товар из Мексики. Ну, перец, чили перец, местного производства. Харе рассиживаться на стульях. Надо ехать дальше. Поехали! Дальше! Стой, 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 стой. Уехать, не попробовав чили, отсюда нельзя. Нельзя. Благо, кафе находится рядом. Здесь. Куда ни зайдешь, везде перец. Ну и еду возьму. Соответственно. С перцем. Чили-вили. Находиться в столице мира по производству перца чили и не попробовать чили – это грех. Грех исправим. У меня есть плат. Чили-плат называется, из красного перца. Мексиканцы очень любят, во-первых, все острое чили, а во-вторых, они любят фасоль. Здесь есть рис, фасоль и мясо. Очень вкусно. Очень вкусно. И даже острый. Друзья, спасибо за чашу кофе. Не устаю вас благодарить. Это реально очень вкусно. Кофе и очень полезно в дороге. Спасибо еще раз. Надо поесть и ехать дальше.
и еще мексиканская лепешка. Ну а теперь можно ехать и дальше. Едем дальше, в Майами.